Скорый поезд, который связал бы Барнаул с Новосибирском, обещают запустить вот уже как 10 лет. Но то санкции, то другие причины не позволяли исполниться мечтам тысяч пассажиров. Однако долгожданное событие, заверяет министр транспорта края, скоро все же случится. В 2025 году, пусть уже не «Ласточка», но скоростной беспересадочный «Восток» начнет таки курсировать между столицами двух регионов. А в целом планы по развитию данного направления еще амбициознее. В планах три поезда. Двухсистемных, то есть беспересадочное движение в Новосибирскую область. Пока все так. Еще одно важное событие ближайшего времени – ежедневный выпуск на линию Степного экспресса. Скорый поезд между Барнаулом и Славгородом запустили в конце 22-го. Полтора года работы показали – это направление весьма востребовано. Покупка пассажироперевозящей компании 8 новых вагонов позволит увеличить трафик Степного экспресса. Во втором полугодии он начнет ходить ежедневно. Очень популярное направление, развивается активно. Думаем, что в скором времени при поступлении еще новых поездов перейдут на ежедневный режим. Запрос такой от населения и от муниципалитетов есть. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте в крае не меньше 7 миллионов человек в год. Причем цифра растет. В обновление передвижного состава вкладывают миллиарды рублей. Так, в этом году ожидается поставка 2 электропоездов и 8 пассажирских вагонов. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.